и отметить также бы хотелось еще раз то, что программу муниципального развития транспортной системы города мы согласовали, и она вошла в бюджет с учетом предложений депутатов. Я сейчас говорю о системе мониторинга за графиком движения маршрутов и другие. Значит, ну, мы как бы на себя взяли такую ответственность и должны посмотреть. Сейчас нам говорили, что будет она работать в тестовом режиме. И дальше, как уже, если покажет эта система положительно себя, то ее там будут уже воплотить. То есть это наш, ну, восклицательный знак, наш контроль, который мы должны вот это дело довести, ну, до логического завершения. Третье, это в работе комиссии, это, конечно же, площадки ТПО. Я вот помню, у нас, сейчас мы сказали, про 10 будут, которых новых. Мы помним привокзальный район по осени, да, вот эти вот все проблемные. Мы помним те площадки, которые у нас остались. Это 36А, 30 лет, тоже в непонятном состоянии. Это 10-й микрорайон, там тоже у нас есть вопросы. Ну, и это тоже должно стать поле зрения комиссии и депутатского корпуса.